Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Huawei Nova 9 SE. Сейчас я покажу вам, как на данном устройстве заблокировать приложение паролем. И для этого мы переходим в настройки, выбираем пункт безопасность и нажимаем блокировка приложений, нажимаем включить. И теперь мы можем выбрать пароль для доступа к блокировке приложений. Это может быть пароль экрана блокировки, а может быть пользовательский пин-код. Давайте выберем. Давайте выберем пользовательский пин-код, пожалуй. И теперь можем настроить шестизначный пин-код, а также его подтвердить. И здесь также нам задается какой-то вопрос, который поможет нам восстановить наш пароль, если вдруг что. Вводим что угодно, в общем-то, в принципе. И также нам предлагается сканирование отпечатка пальца. Этого мы пока делать не будем. И теперь мы можем настроить, какие приложения у нас будут заблокированы. Например, галерея и, документы, допустим. И все, теперь мы можем зайти в галерею. И у нас спрашивают пароль. Теперь мы должны вводить пароль. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.